На базе физкультурно-оздоровительного центра города Любань состоялся открытый республиканский турнир по борьбе с самбо и дзюдо на призы мастера спорта международного класса Юрия Сенажатского. Чемпионство оспаривали более 300 юных спортсменов из разных уголков Беларуси. Также на турнире была возможность познакомиться с именитыми спортсменами. Первый чемпион мира по самбо от Беларуси Магомед Курбанович Рамазанов, Натик Багиров. Приезжают спортсмены, которые заявили о себе в других видах спорта. Пришивалка Николай Александрович, чемпион Советского Союза по велоспорту. Ну, каждый год увеличивается количество участников, соответственно. Ну и организационный уровень тоже, потому что у нас есть возможность на сегодняшний день организовать на хорошем, высоком уровне этот турнир. Победители были отмечены именными кубками, комплектами спортивной одежды и сувенирами. Потому что мы знаем, что результаты, хорошие результаты, они получаются только на соревнованиях. Ни на тренировках, ни в каких-то там внутренних мероприятиях и соревнованиях, а именно вот на таких открытых больших турнирах.